Настоящее авиашоу, не выходя из дома, могли наблюдать жители Ростова-на-Дону. В северном районе города над многоэтажными зданиями выполнял трюки военный вертолет. Видео снял из собственной квартиры и прислал через мобильное приложение наш гражданский корреспондент. На кадрах видно, как винтокрылый аппарат совершает опасные маневры прямо над жилыми домами. Вертолет набирает высоту и с большой скоростью снижается, выполняя рискованные повороты. Как удалось выяснить Лайфу, вылет был плановым. Необходимая проверка систем борта. Транспортная полиция сейчас допрашивает сотрудников завода «Роставертол», которому принадлежит объект, чтобы выяснить, почему вертолет выполнял маневры в черте города, подвергая людей опасности.